С одной стороны, вот для меня хотел бы вот вопрос этот прояснить, как вы его видите. С одной стороны, мы ратуем, чтобы бюджет исправно наполнялся, был большим, а у нас в этом году, ну, собственно говоря, до конца года уже профицит 600 тысяч бюджета. 240 миллионов. Ну, профицит. Профицит. Ну, 600 миллионов. Ну, то есть уже цифру вчера ваши коллеги 240 были. 240 миллионов. Это было на сентябрь. 240 ну, миллионов, есть профицит. Так заявлял ну, не будем Юрий спорить. Юрьевич. Есть, 200, да, есть профицит. 200 уже распределили. 60 в мае и 140 вот в сентябре. Ну, профицит.